Азербайджан. Азербайджан как вот не может быть интересным. Thank you very much to all of you. Приветствую вас в Южной Африке. 301 метр. Был хороший выстрел. Мы продолжаем наше путешествие по Македонии. Yes, yes, good. Каразица начала Македония. Каразица, значит, богата со диво коза. Сейчас пойдем смотреть. Да? Има преку 600 козы. Козы, козы, диво козы. Hey.
Катится, да? Да. Сейчас остановится. Стоп. Сейчас остановится. Стоп. Сейчас остановится, не волнуйся. Стоп. Остановилось? Да. Поздравляю. Good. Браво. Доброе. Ага, Аска. Есть? Ага, вижу, что он поднимается наверх. Поднимается. Добр ярец. А? Браво. Олег, поздравляю. Хорошо. Хороший выстрел, красавчик. Отлично. Good shoot, а? Хорошо, пушка да. Стреляет. Ох. 370 метров. 370. Ну, серьезно, нормально, хорошо. 370. 374. Угу. 374, Васко. Васко, 374. У-у-у. Хорошо. Но стреляли и больше? Буквально, все. Хорошо. Видишь, с учетом угла, со всеми делами. Думаю, гуляма трофей. Сразу упала, да? Да, она сразу, моментально. Ты прошил, по-моему, ее, потому что мне показалось, что завысил. Я честно тебе скажу, да. У нас была в Киргизии такая ситуация, когда патрон прошивает. Я хотел тебе сказать, что повтори, но вижу, что она покатилась. Я понял, что просто прошил ее насквозь. Да не, я прям прицел увидел. Ну, я просто пыль же увидел за ней. То есть я подумал, что забусил. Потому что угол есть, хотя, ну сколько здесь угол, Валерий? Большой угол. Все-таки большой, думаешь, да? 374, расстояние по углу 306 метров. Угу. Вот видишь, угол каждый раз, градусов. Каждый раз какие-то новые моменты в охоте. Углы уже были, в принципе, но вот здесь видишь, как он стоит, он, смотри, видишь? Прям на этом. Добрый день. Сегодня 15 марта 2014 года. Мы находимся в Македонии. Как вы видите, это трофей балканской серны. Или как ее здесь называют, дива коза. Но это не коза, это идет у нас кто? Диво ярец. Диво ярец, потому что Валерий сегодня добыл самца балканской серны. Поэтому называем его ярец. Утром мы приблизительно восхождение начали в 7 утра 10 минут. И через 2 часа с половиной мы обнаружили серну, которая в принципе имела достойные трофейные качества. Ну, приблизительно в течение всей охоты мы видели, может, 5-6 серн. Из них было даже на 200 метров, ну, мы не стреляли, потому что егерь сказал, что они, в принципе, среднего качества. Вот. А эта она паслась наверху. Мы смогли приблизиться на расстояние в 374 метра. И, с учетом угла это будет приблизительно 302 метра, 304 метра. Угол был большой. Валерий сначала присмотрелся, занял удобную позицию и решил стрелять. Вот. Выстрел получился очень интересный. Сначала мне показалось, что было завышение, так как я увидел пыль позади серны, но это оказалось, все оказалось очень просто. Просто патрон прошил насквозь, и она буквально покатилась вниз. Естественно, немножко мы беспокоились по поводу трофея, потому что если бы она упала со скалы, то неизвестно, что было бы с трофеем. Но, слава богу, она зацепилась и осталась лежать на месте. Вот. Поздравляю Валерия с его очередным трофеем серны. Это уже его 5-я серна. Были
Кантабрийская, Пиренейская, значит, Альпийская, Карпатская и вот сейчас Балканская серная. Потихонечку Валерий как бы обогащает свой трофейный запас. Но еще впереди очень много охот. Еще раз поздравляю. Мы продолжаем наше путешествие по Македонии. И наша следующая цель это будет козерог Кри-Кри. Критский козерог. Посмотрим, что с этого получится. Спасибо. Я стою, мне видно, мне все видно здесь.
Так я не понял, первое было попадание или нет? А? Первое попадание было? Первый раз стреляли? Нет, по-моему, нет. Хм, как так? Деревья мешали все-таки падать? Знаю. Может быть, попал в дерево или что? Может. Там веток очень много. Очень много веток. Мне самое трудно было записать. Ну, хороший трофей очень, я смотрю. Очень. Для это будет в первых пять в мире. Это крикри, для крикри это очень большой трофей. Очень большой. Да, спасибо, Антон. Видишь, где он лежал? Здесь кушает и все. И здесь ему удобно все. Удобно. Приходит, заходит. Да. Здесь вода есть, у него все есть. Сейчас я приду. Отлично. Спустят вниз. Доброе утро. Мы продолжаем наше путешествие с Валерием, который, как видите, сегодня перевыполнил план по козерогу Кри-Кри, так как трофей, по нашей информации, дай бог, войдет в первую пятерку мировую. И мы не ожидали, если честно, такой хороший трофей. А обычно трофейная ценность, ну, бывает 55-60, 65 сантиметров. Да, Рада? Да. А мы только что измерили этот трофей этого Кри-Кри козерога, и значит оказался, что правый рог 92,5 сантиметра. У меня просто нет слов, нет эмоций, я не могу выразить что-то по этому поводу, потому что трофей на самом деле очень-очень большой, и как бы в Македонии, чтобы найти такие трофеи, это нужно попотеть. Сегодня утром мы проделали путь. И, если честно, выжидали, когда он появится, потому что местные егеря знали приблизительно, где он находится. Но где-то час мы сидели, вон он лез. Мы где-то час сидели и ждали. И, честно, нам стало не все скучно ждать. Мы решили все-таки самим подойти и рискнуть. И нам повезло, что мы увидели его. Валерии было трудно стрелять, потому что было очень много деревьев, сучков. Очень-очень трудно было стрелять. И поэтому нас не удивило, что первый даже выстрел, то есть было, попадания не было. Скорее всего, по пути пуля нашла ветку и отрикошетила. После выстрела он побежал. Ну и уже вторым выстрелом, естественно, одним выстрелом Валерий добыл свой трофей. Я поздравляю его в очередной раз. Путешествие в Македонию оказалось очень удачным, интересным. Вчера была балканская серна, приблизительно 25 сантиметров рога, что является тоже очень хорошим результатом, хорошей базой. Сегодня просто великолепный козерог Кри-Кри. Посмотрим, сейчас мы хотим продолжить нашу охоту, возможно, поищем в этих горах еще что-то интересное, Валерий выберет. А если повезет ночью, мы постараемся охотиться на волков. Вот, я благодарю организаторов, которые нам предоставили такую возможность охоты в Македонии. Македония, за эти дни в Македонии я увидел только хороших положительных эмоций у меня. Хорошие люди, добрые люди, спокойные люди. Все очень доброжелательные, помогают нам. Македония — это то место, куда я вам советую приехать, поохотиться обязательно. Вы останетесь очень довольны. Вот, я тоже благодарю моего друга, партнера, организатора Раду за столь отличную охоту в Македонии. Спасибо, Рада. Спасибо вам. Мультичерт. Смотри, нога. А? А, ждал нас, а я вам? Лежал. Хорошо. Дай там у тебя под воду.
Вот мы на него директно. Еще раз, попал. Давай попал, еще. Попал. Давай еще. Еще раз. Все. Молодец. Все. Все, все, все. 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 Два раза попал. Хорошо. Дай на брейк, на брейк. Живот все готов. Переулок, да. А, все, все. Все. Ну, все нормально. Все, 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 подожди. Да, уже все. Он официально тоже. Чувайте го, ова парче земја, македонци. Чувајте ја, Македонија. Македонија. Секирам у светка кора.